открыто. Только то и открыто одно. Надо вот это закройте. Ага. А это внучка ремонт делала. Нет, там закройте, тут дуть будет. Закройте, закройте. Я почему спросил? Так же, чтобы вода была сейчас в квартире, вам вот это поменять вентиль, и все будет. Хорошо, что я дома была, да? Нет, по-моему, отключили. Свет отключенный, да? Вы аварийная? Да. С грыжаку перекрыли. В квартире получается, да? Нет, они где-то внизу перекрывали. Не-не-не, они же включили, потом стоят. Да я из магазина. Вода, смотрю, во всем тут. А я за молоком ходила, за молоко. Купила 2 пакета. Расскажите. А я сразу начала действовать, а выйти не могу, ключи-то я увидела, что вода-то, ключи-то со смугу видно, тут бросила, где вода, и выйти не могу, мне дверь не открыть, я стучу в дверь, никто не идет, никто, а потом кто-то ответил, Людмила, что говорит у тебя, я говорю, пожар, он говорит, я вызову, вот кто-то вызвал со второго этажа, кто-то мне кричал в окно. Кого вызвали? А, это самое, вот ребят всех этих, ребят. Помогли они вам, расскажите? Обязательно помогли. Как же еще, польза какая? Они остановили, во-первых, уже нет этого фонтана. Был фонтан. Я им очень благодарна, что они быстро приехали, откликнулись, очень четко работают, молодцы ребята. Да. Я очень-очень-очень благодарна. Спасибо. Я бы не знаю, я без ключей была, они спасли меня, и ключи мне отдали. Я очень благодарна за ключи. Как вас зовут, скажите? Меня Людмила. Угу. А я... Вот фонтан, я пришла, такой фонтан, вот как на улице бывает фонтаны вот сильно такие. Я такое не видела, что в квартире. А откуда лило это все? Где это? Прорвало? В какой комнате? В ванной. В ванне. Смеситель, да? Горячая вода? Да, горячий кипяток. Я даже не рассматривала, я испугалась, что такой фонтан, там все закрылось фонтаном. Я хотела в окно выпрыгнуть, там окно открыло. Я окно уже хотела приготовить, открыла. Вся закрыли, наверное. Открыла, думаю, я выпрыгну. А потом слышу, сверху мне кричат, что ребят говорят, мы сейчас выпрыгнем. Не знаю, кто ответит мне.